сухие, чистые, прекрасные вина с хорошей кислотностью и великолепной яркой ароматикой? Конечно же нет. Сам метод, он был произведен, вот этот традиционный шампанский метод вторичного брожения в бутылке, но нечем было заткнуть бутылку. Итак, кюве де Витмер, Золотая Балка, Севастополь. Прекрасная кислотность, вкус достаточно глубокий, вкус очень яркий и в то же время очень элегантный. И наслаждаемся замечательным вином, замечательным красным Пино Мюнье от Локо Чимболи. Винодельческий регион Крым по своей сути неоднородный, потому что есть зона, которая начинается с Балаклавы, то есть, соответственно, Севастополь, и туда далее севернее. И также есть известный южный берег Крыма, который мы также знаем, потому что там много очень известных винодельческих хозяйств. Что важно понимать и важно помнить, что когда мы говорим про южный берег Крыма, ожидать там каких-то выдающихся тихих вин достаточно сложно, потому что уж слишком жаркий регион, уж слишком жарко в тех местах, где там расположены виноградники. Другое дело, это Севастополь. Все, что севернее от Севастополя, безусловно, это совсем другая история. Там производят очень много выдающихся как игристых вин, которые некоторые из них мы сегодня попробуем, так и тихих вин, и белых, и красных. В общем, это действительно такая зона, которая позволяет виноделам производить очень элегантные, но в то же время яркие, очень тонкие и интересные вина, которые вполне могут быть предназначены на достаточно длительную выдержку. Но непосредственно о стилях вин, о их вкусовых характеристиках, о их разнообразии мы еще с вами поговорим, потому что мы поговорим с вами сегодня о крымских винах на примере вин хозяйств Золотая Балка, это, конечно, игристые вина, и также мы поговорим на примере вин Локо Чимболи. Чем эти хозяйства отличаются, о чем они похожи, я, конечно же, расскажу в самое-самое ближайшее время. И вы наверняка заметили, что сегодня мы вещаем из такого немножко необычного места. Нас в гости пригласила как раз-таки Золотая Балка, винный бутик. Различные крымские винодельческие хозяйства представлены здесь. И, в общем, кто хочет попробовать чуть большую линейку, чем у нас сегодня представлено, вы всегда можете прийти в этот замечательный винный магазин. И вам подскажут, подберут, посоветуют. Наверняка вы останетесь очень довольны. Немного об истории винодельческого региона Крыма. Конечно, это регион с очень древними традициями, и основоположниками виноделия здесь являются тавры, такой народ, который жил здесь достаточно давно, около 1000 лет до нашей эры, ну а впоследствии очень сильно развили это направление. Здесь древние греки, которые жили в 6-4 веках до нашей эры. Ну и как очень часто это бывает, виноделие прежде всего развивалось в целях предотвращения различных вирусов, болезней. Да, древние греки производили вино и прежде всего им лечились в том или ином виде. Сегодняшние, конечно, рецепты их лекарств мы не знаем, мы уже видим современное виноделие, но тем не менее это было очень развито, и древние греки, и не только древние греки, использовали вино прежде всего как лекарство. Сам по себе вот этот продукт, он не был в таком виде, как мы сегодня его знаем, да, это какие-то сухие, чистые, прекрасные вина с хорошей кислотностью и великолепной яркой ароматикой. Конечно же, нет. Тогда производили сладкие вина, в основном, которые имели достаточно высокое содержание алкоголя, были чрезмерно сладкими, потому что никто не следил за тем, сколько виноград находится на лозе, он просто там зрел. И набирал такое огромное количество сахаров, что неважно, в какой конкретной зоне, будь то южный берег Крыма, будь то Севастополь, все равно это был очень сладкий виноград, из которого получались такие десертные вина, более того, которые даже нередко разбавляли морской водой. Это было очень распространено как раз-таки в Италии, но Италия, Греция, это, в общем, две винодельческие прародители.
И в то время это действительно считалось нормально, больше похожее на ликер. Соответственно, вот так вот пить, как мы сегодня пьем, в сочетании с едой, было в том виде это практически невозможно. Это было по причине того, что он действительно пресная вода, ее было очень мало, она не была доступна. В случае, когда разбавляли, безусловно, это вино, которое шло на, скажем так, для потребления, но в более сладком виде действительно использовалось для лечения, которое более концентрировано, более алкогольное. Соответственно, потребление в это время вина было достаточно большое. Но это не конкретно в Крыму, да, мы говорим про просто такое время, такое немножко античное, да, в каком-то смысле, потому что воды пресной было действительно очень мало, очень все пили вино, и винограда было много, он хорошо рос, очень многие люди ходили немного так навеселе, скажем, даже сложно себе представить, если мы возьмем и заменим сейчас обычную пресную воду на, пускай даже слабоалкогольное, но вино. Ну и развитие виноделия в том числе в регионе Крым в средние века было связано напрямую с распространением христианства Византии. Появлялось все больше монастырей, и, конечно, как в Крыму, так и в Европе в средние века, в общем, именно монастыри были главным таким двигателем распространения виноделия и винодельческой культуры очень много где, и Крым они не обошли. При этом к XI веку, в общем, виноделие так или иначе не получило какое-то такое большое серьезное распространение, и посадки, да, все стало приходить в такой упадок. И так происходило до XIII века, пока в зоне современной Феодосии не обосновались генуэзцы. И именно генуэзцы для нас очень важны, потому что, помимо того, что они помогли опять в очередной раз возобновить развитие винной культуры, но, как мы сейчас узнаем, что это оказалось не так долго, не на столь длительное время в связи с дальнейшими событиями. Тем не менее, генуэзцы для нас очень важны, потому что мы о них сегодня еще вспомним. И, конечно, развитие виноделия при генуэзцах, наверное, повлияло в те времена такую очень ключевую роль. Действительно, она очень сильно развилась. Более того, Крым стал таким центром не только виноделия, но и экономическим винным центром. Производили в Крыму огромное количество вина. Уже более того, стали использовать и дубовые бочки. Такие очень большие дубовые бочки, понятно, что использовали их несколько раз. При этом уже могли в больших количествах вино перевозить вот в таких специальных деревянных сосудах. Я думаю, что тогда они еще все-таки делали это не как сейчас, да, для того, чтобы получить какой-то особый оттенок аромата. Тогда они это делали скорее для транспортировки вина, потому что, ну, все-таки глиняный сосуд, он так или иначе достаточно ограничен. Его же нельзя сделать там на, не знаю, там 500 литров, допустим. Все-таки глина есть глина, это достаточно хрупкий материал. Развитие виноделия всего мира, оно шло там своим чередом, да. Это было связано и с транспортировкой, и, например, там игристые вина, да, это тем те же шампанское, почему его там долго, там сам метод, он был произведен, вот этот традиционный шампанский метод вторичного брожения в бутылке, но нечем было заткнуть бутылку. Не было такого толстого стекла, которое бы могло удерживать, да, вот это высокое давление игристых вин. Во многом развитие виноделия связано, конечно, в том числе с такими естественными процессами: транспортировка, емкости и так далее. К этому времени, конечно, виноделие в Италии было развито значительно сильнее, и когда генуэзцы, в общем, обосновались в Крыму, они, конечно, много что с собой, и помимо виноделия, да, также какие-то архитектурные особенности они с собой, естественно, привнесли. По нынешним меркам в Крыму производилось порядка там 2 миллионов литров вина в течение года, что, в общем, для того времени очень-очень приличные цифры. И так продолжалось примерно до 1475 года, потому что именно в этом году турки выгнали генуэзцев из Крыма и, в общем, завоевали Крым. Соответственно, с пришествием турков виноделие действительно было практически уничтожено. В каком-то виде виноделие все-таки еще в то время, пока Крым был турецким, все-таки еще там существовало. Конечно, уже значительно в меньшем объеме и значительно в меньших масштабах. Соответственно, на протяжении последующих 300 лет, пока Крым был турецким, виноделие никаким образом не развивалось, но, слава богу, не умерло вовсе. И уже в конце 18 века, когда Крым
стал относиться к Российской империи, тогда появились знаменитые имена, которые помогали возрождать этот регион, и не только с точки зрения инфраструктуры, но в том числе с точки зрения виноделия. И одним из первых, кто сажал там первые виноградники, был князь Потемкин. Именно князь Потемкин привлек различных мировых экспертов и виноделов, в том числе из Венгрии и из других стран, которые, в общем, помимо того, что привнесли свою экспертизу и свой опыт в развитие, в возрождение виноделия в Крыму, также, безусловно, принесли некоторые сорта винограда и технологии. Но самый существенный вклад в развитие виноделия в Крыму того времени, но это, правда, уже скорее начало 19 века, внес, конечно же, граф Воронцов, который в своих имениях в Гурзуфе, в Алупке, в Айданиле, в Массандре разбил европейские виноградники и, в общем, стал активно развивать там производство вина. Ну а международное признание крымские вина, конечно, получили уже при князе Льве Сергеевиче Голицыне. И именно при нем, при Льве Сергеевиче Голицыне, были основаны те знаменитые винодельческие хозяйства, которые до сих пор производят прекрасные вина, и мы очень хорошо их знаем. В том числе известнейший завод шампанских вин «Новый Свет». А в 1889 году первый винный погреб и первые виноградники уже ближе к Севастополю в Балаклаве были заложены Александром Витмиром. Он был генерал-майором и таким меценатом, и тоже, в общем, большим любителем крымских вин. И именно он основал винодельческое хозяйство «Золотая балка», вина которого мы сейчас попробуем. Более того, как вы, наверное, уже успели увидеть, премиальная линейка, то есть игристые вина, которые произведены по классической шампанской технологии, так и называется «Cuvée de Vitmer», в общем, в честь того самого основателя винодельни «Золотая балка». Линейка «Балаклава». Пино Нуар. Познакомился с этим вином я примерно в 2015 году, когда проходил Черноморский форум виноделия в Сочи. Я был в качестве члена жюри, и мы пробовали более 300 различных вин с Черноморского побережья из разных стран. И в игристых винах, которые сделаны по технологии Шарма или по резервуарному методу, как мы его называем, да, как производится Просекко или Асти, у нас победила именно Балаклава Резерв, Пино Нуар, соответственно, Розе. И с тех самых пор это вино я действительно искренне очень люблю и, не колеблясь, выбираю сам или рекомендую кому-то прекрасную альтернативу Балаклава Розе, Пино Нуар, стоимость которого примерно около 800 рублей за бутылку. Что, в общем, по современным меркам вполне хорошее и даже очень хорошее соотношение цены и качества. Как я сказал, что это вино я знаю достаточно давно, регулярно его дегустирую заново, и сейчас мне особенно хочется попробовать вино, которое сегодня уже звучало. Это Cuvée Vitmer, названное в честь основателя этого хозяйства. Оно сделано по классической уже шампанской технологии, только непосредственно в Балаклаве, в регионе Севастополь, которое выдерживается на протяжении 36 месяцев на осадке, после чего происходит, соответственно, дегоржаж. Это игристое вино делается именно так, как и производится лучшее шампанское во Франции. Итак, Cuvée de Vitmer, Золотая балка, Севастополь. Вино производится по классической французской технологии, по традиционной шампанской технологии и даже из тех же сортов винограда, что и непосредственно в шампане, а именно Пино Нуар и Шардоне. Итак, вино у нас 2017 года урожая, игристое вино 5 лет, но при этом в цвете оно все еще такого соломенно-желтого цвета, у него великолепный блеск, у него прекрасная так называемая игра пузырьков или по-французски перляж. Соответственно, цвет очень чистый, прекрасная прозрачность и очень такой цвет очень молодого вина. В аромате действительно оно очень напоминает нам шампанское. Вина очень хорошо ощущается именно тот самый классический метод производства, да, то есть вторичное брожение в бутылке. Легкий дрожжевой тон, тот самый оттенок, который мы чувствуем в лучших игристых винах разных стран мира, которые сделаны по традиционному методу.
Также некоторые цитрусовые, зеленое яблоко и немного, я бы сказал, есть таких чуть не спелых тропических фруктов. Оттенок зеленого банана. Кажется, что здесь я еще встречаю оттенки ананаса, но тоже он такой чуть-чуть все еще не спелый. По вкусу прекрасная кислотность, вкус достаточно глубокий, вкус очень яркий и в то же время очень элегантный. За счет хорошей кислотности, у нас это категория брют, соответственно, здесь также есть еще остаточный сахар. Хорошая кислотность помогает нам употреблять это вино, пить его как в качестве аперитива, так и с основными блюдами. Выдержка позволяет сочетаться даже с основными рыбными блюдами. Но я бы рекомендовал, чтобы это была какая-то не очень жирная рыба и желательно не под соусом. Вкус у нас, в общем, является продолжением аромата, и во вкусе мы также чувствуем оттенки вот этого традиционного метода производства. И, конечно, хочется отметить великолепное послевкусие, которое на протяжении достаточно длительного времени остается у нас во вкусе, и это, конечно, говорит о высоком качестве данного вина. Почему еще эта зона Балаклавы, так хороша для производства игристых, именно игристых вин? Потому что действительно почва там очень похожа на почву в лучших регионах, да, для производства игристых вин, и в том числе очень похожа на почву в Шампане. Именно в Крыму, можно сказать, через сердце Крыма у нас проходит та самая знаменитая 45-я параллель, в районе которой располагаются самые лучшие мировые виноградники для производства разных вин. И эти факты говорят нам о том, что на этих территориях, на этих терруарах можно производить совершенно потрясающие, великолепные вина, в том числе как этот Cuvée de Vetmer. Ведь действительно, в слепой дегустации вот так сказать, что «О нет, это точно не шампанское», я думаю, что не все смогут. Действительно, качество вина очень хорошее, поэтому рекомендую всем попробовать. Такая альтернатива является очень и очень достойной. Что ж, мы немного поговорили про игристые крымские вина, и абсолютно точно это прекрасный совершенно терруар для их производства. Более того, он такой традиционно там замечательный терруар, как я уже сказал, потому что действительно с точки зрения почвы очень похож на Шампань. Да, единственное, там чуть более жарко, но опять же, мы сейчас с вами, это надо помнить и прям зафиксировать, мы сейчас с вами не на южном берегу Крыма, а скорее туда, на северо-западной его части, а именно в, по сути, в Севастополе. Помимо игристых вин, безусловно, там не могут не производиться великолепные тихие вина, которые мы сейчас с вами и попробуем на примере винодельни Loco Cimbali, где управляющим партнером и главным виноделом является знаменитый уже на сегодняшний день российский винодел Олег Репин. Когда мы говорим о терруаре Золотой Балки, или вот мы сейчас продолжим с Loco Cimbali, это так называемая Балаклавская долина, которая с одной стороны укрыта горами, что защищает виноградники от сильных ветров, с другой стороны у нас Черное море, но без выхода к нему. У виноградников достаточно разнообразная экспозиция, как и высоты, да, это от 70 до 350 метров над уровнем моря, как мы с вами помним из выпусков про вина Высокогорья. Чем выше над уровнем моря, тем более прохладный климат, тем более свежие вина получаются, и у виноделам удается добиваться чуть более высокой кислотности. Итак, Loco Cimbali — это в 15 веке, в общем, такие небольшие деревеньки и определенные территории, на которых выращивался виноград, а жители обеспечивали вином и продуктами питания ту самую генуэзскую крепость Чембало. Если вы помните, про генуэзцев мы как раз говорили, вот в это время основная, главный форпост генуэзцев был та самая крепость. И с тех пор название Loco Cimbali у данной винодельни является отсылкой в историческое прошлое этой местности. Достаточно молодая винодельня Loco Cimbali, где-то примерно этот проект был запущен в 2017 году, несмотря на то, что виноградники не такие уж и молодые, но в случае с западными, с виноградниками и с виноделием на Западе, да, то есть виноделы, наоборот, ценят старые лозы. Почему? Потому что за ними ухаживали. В Крыму, в частности, да, в длительный там советский период, когда, конечно, виноделие там было и производились хорошие вина, но все-таки тогда нужно было производить больше и какого-то такого усредненного неплохого качества. Конечно, за самими виноградниками
виноградниками вот так вот особенно серьезно никто не следил. И для крымских виноделов вот эти вот старые, вроде как ценные виноградники, они скорее для них проблема, потому что они уже, так как не были, не было за ними должного ухода на протяжении нескольких десятков лет, потеряли свои вот эти необходимые характеристики для того, чтобы давать на максимально высококачественный виноград. Поэтому сейчас очень много виноградников подлежат выкорчевыванию и высадке заново. Итак, Локо-Чимбали Рислинг попробуем мы с вами сейчас. Итак, Рислинг от винодельни Локо-Чимбали, винодел Олег Репин. Сейчас с вами попробуем. Но в цвете, действительно, несмотря на то, что все-таки жаркий регион у нас Крым, и в том числе жаркая зона Севастополь, Рислинг удается с точки зрения цвета делать абсолютно такого, таким международным. Да? То есть вот в цвете не видно, что это достаточно все-таки южный терруар. Аромат очень интересный, такой в каком в смысле даже необычный для рислинга. Я бы не сказал, что он, конечно, мне напоминает мозельские. Более того, вино пока еще 2021 года, соответственно, у рислинга не проявились вот те самые бензольные оттенки, которые наверняка появятся в процессе выдержки, если, конечно, какое-то количество вина, а там его производится не так много, все-таки удастся сохранить и дать ему возможность дольше созревать. И аромат такой очень интересный, ведь рислинг – это сорт винограда, который появился, ну, ориентировочно в первой половине 15 века, 1430, по-моему, там, какой-то год, и появился он в местечке Мозель. Есть несколько версий, откуда вообще появился сорт винограда рислинг, то есть что, как он появился. Как и многие другие сорта винограда, это может быть какой-то и должен быть какой-то гибрид. По одной из версий рислинг появился сортов винограда Траминер и некоторых дикорастущих сортов в то время в той зоне. По второй версии это просто гибрид из разных дикорастущих сортов. И вот когда дегустируешь рислинг Локо-Чимбали от Олега Репина, понимаешь, что все-таки вторая версия по поводу того, что это только набор дикорастущих сортов, она не подтверждается, потому что подтверждается все-таки, как мне кажется, по ароматическим характеристикам родителям рислинга был сорт винограда Траминер, потому что именно здесь мы действительно чувствуем много тех самых тропических фруктов. Да, мы не чувствуем, конечно, розу, которую мы часто встречаем в сорте Траминер. Хотя вот абрикос — это еще один характерный оттенок в винных сорт винограда Траминер. Вот здесь вот присутствует. Но мы чувствуем все равно много тропических фруктов. Но вот основное отличие от, как мне кажется, мозельских или каких-то северных рислингов в том, что здесь все-таки более спелые тропические фрукты. Даже если вот перебирая различные ароматы, оттенки, такие как маракуйя, такие как ананас, такие как персики, абрикосы, все-таки ощущается такие чуть более сладость и, соответственно, чуть большая зрелость этих фруктов в аромате данного вина. Здесь, в отличие от северных рислингов, конечно, нет такой вот прям яркой высокой кислотности. Вино очень нежное во вкусе, очень сбалансированное, такое достаточно, я бы сказал, тонкое, не очень экспрессивное, при этом очень ровное, очень чисто сделанное. И, безусловно, такой рислинг, он немного необычен, потому что все-таки мы от рислинга ждем больше кислотности. При этом это абсолютно сухое вино, здесь сахара не более чем 4 грамм на литр. Это вино вот прекрасно подойдет. И с точки зрения гастрономии оно замечательно как аперитив, оно прекрасно совершенно в такую летнюю жаркую погоду, ну и с какими-то закусками простыми, рыбными или овощными, его можно прекрасно сочетать. При большом желании с какой-то нежной рыбой, мне кажется, это вино будет тоже замечательно сочетаться. Но я бы не стал брать очень жирную рыбу, потому что, как я уже сказал, кислотность здесь не чрезмерная. Их много разных известных вариантов, поэтому выбирать любую, хотя это вино действительно очень здорово будет и в качестве аперитива перед тем, как перейти к чему-то посерьезному, к чему мы как раз сейчас с вами и перейдем. Российские виноделия, безусловно, все еще находятся в стадии как бы глобального такого большого поиска. Кто-то использует больше автохтонные местные сорта, да, мы знаем, что в Крыму их достаточно большое количество, но сегодня мы пробуем в основном все-таки вина из международных сортов, поэтому некоторые эксперименты действительно получаются очень-очень хорошо, и мы сейчас с вами попробуем в каком-то смысле уникальную вещь, потому что я хочу сейчас открыть бутылку, которая производится из сорта винограда Пино Мюнье. Ну,
где еще можно попробовать красное вино в России, собственно, награды Пино Мюнье, как не на тех терруарах, которые очень похожи на шампань с точки зрения почв, да, и, соответственно, виноделы, конечно, пользуясь этим знанием, часто используют такие необычные сорта винограда, которые, ну, не так много в мире, где их встретишь. Пино Мюнье можно встретить еще где-то во Франции, но вот не часто где-то еще в мире. И поэтому, действительно, это очень интересный образец для того, чтобы его попробовать. И у меня есть ощущение, что он действительно будет очень интересен, потому что все-таки почвы очень и очень похожи на шампань. Климат просто чуть более жаркий. Поэтому, если в шампане, например, из 100% Пино Мюнье, надо признать, не так легко сделать хорошее тихое вино, учитывая то, что там достаточно холодно, это будет высококислотное вино с небольшим содержанием алкоголя, то здесь, в более теплой зоне, но на очень похожих почвах, есть вероятность, что Олег Репин создал великолепное Пино Мюнье, и мы сейчас вместе с вами в этом постараемся и убедиться. Какой цвет интересный. Я, в общем, ожидал, что у нас не будет какое-то сверхнасыщенное вино. Этот сорт, который не дает такой большой экспрессии, при этом действительно внешне очень похож на Пино Нуар. Даже Пино Нуар, мне кажется, в Крыму, в северо-западной части, будет более насыщенным, чем это. Соответственно, это такой абсолютно цвет классического Пино Нуара с легким фиолетовым оттенком. Но фиолетовый оттенок говорит нам о том, что вино 2021 года. Он, скажем так, не очень явный в данном случае. Вино абсолютно чистое в цвете, хотя вот уже даже несмотря на то, что вино очень молодое, ему еще буквально там чуть больше года, оно уже становится немного такое, легкие кирпичные оттенки у него уже появляются, и мне очень не терпится попробовать и понять, что же у него в аромате. Действительно ли, будет ли в аромате напоминать Пино Мюнье знаменитый наш Пино Нуар, сейчас мы это и выясним. Неожиданный в каком смысле аромат, потому что все-таки ждешь, что так как и то пино, и это пино, да, только то пино нуар, это пино мюнье, и здесь ждешь, что в аромате будет все-таки такая вот вишневая косточка, да, некоторые землистые оттенки, но этого в данном конкретном вине я совершенно не чувствую. При этом чувствую много красных ягод, причем не темных, а именно красных ягод, такие как красная смородина, земляника, малина. И очень здорово здесь интегрирован оттенок розы. Да, аромат очень молодой, при этом яркий, ягодный. Даже я бы сказал, у него еще такой между вот ягодами и цветами очень много такого баланса, какие-то красные цветы и ягоды, такое классное переплетение, да, ароматов. Но опять же, еще надо не забывать, что все-таки 2021 год, вино очень-очень молодое, и действительно очень интересно то, как это вино будет развиваться, потому что вот эти вот свежие, молодые оттенки красных цветов и красных ягод, они будут трансформироваться в более темные ягоды. Я не думаю, что у него, вот по крайней мере на первый взгляд, у этого вина есть предпосылка какой-то такой чрезмерно длительной выдержки, потому что явно у, например, того же сорта Пино Нуар, абсолютно с которым я могу сравнивать это вино, у него чуть больше пряных и древесных нот, землистых оттенков в аромате, которые как раз таки и будут позволять этому вину жить чуть больше. В аромате суперкислотность. Это говорит о том, что это вино будет сочетаться с огромным количеством различных блюд, но я бы не стал им запивать какие-то основные мясные блюда, особенно если мы говорим про какой-то гриль, что называется, с дымком, да, или барбекю. То есть, скорее, это какие-то должны быть мясные закуски. Это вино, кстати, можно также сочетать с рыбой, например, с тем же тунцом. Он не очень жирный, хотя здесь есть кислотность, но при этом данное вино не очень терпкое. И вот этот Пино Мюнье мне чем-то, наверное, напоминает сорт винограда Нерелла Маскалезе, который произрастает на Сицилии, да, в предножии Этны, вулкана. То есть он такой более ягодный, чем, например, Пино Нуар, по сравнению с Пино Нуаром. И, конечно, такое вино вот в летнюю погоду, когда жарко, но все-таки хочется красного, хорошо охладить, оно будет совершенно великолепным сопровождением любого такого летнего теплого вечера с какими-то простыми, несложными мясными закусками. Или птица.
например, практически идеальное сочетание для этого вина, то есть блюдо, к которому я бы вот не раздумывая предложил Пино Мюнье Лока Чимбале от Олега Репина 2021 года, это утка с каким-нибудь таким, может быть, брусничным, но каким-то ягодным соусом. И паштеты. Паштеты тоже будет классно. Сервировать его лучше охлажденным. Да, конечно, не как белое, не 8 градусов, но идеальная температура подачи, как мне кажется, это вина где-то 12-14 градусов. Оно будет, то есть, слегка охлажденное. Мы можем положить в обычный бытовой холодильник, только мы должны помнить, что там у нас 4 градуса. Соответственно, мы его можем положить, оно охладится, потом достанем и полчаса его где-то трогать не будем, для того, чтобы оно как раз чуть согрелось, и набрало свои 10-12 градусов по Цельсию, при этом еще не стало теплым. И после этого открываем и наслаждаемся замечательным вином, замечательным красным Пино Мюнье от Лока Чимбале. Такое оно, свежее, легкое, очень яркое, ягодное, цветочное, летнее красное вино. Вы, если смотрите давно канал Сомелье и давно слушаете о том, что я вам рассказываю, наверняка вы видели выпуск, который так называется «Летние вина». Так получилось, что вышел совсем не в летнее время, при этом я там рассказываю, какие вина лучше пить летом. Но в тот момент, насколько я знаю, этого вина еще не было, его еще не производили. Но если бы оно было, оно бы совершенно точно заняло свое почетное место в списке самых классных летних вин, которые надо открывать этим летом, особенно таким теплым, жарким и, как синоптики говорят, медовым, как в этом году в Москве, например. Не знаю, как в других городах, но думаю, что тоже лето там замечательное. Ну, а винодельня «Золотая балка» придумала проект «Балаклава. Культурное вино России». Так что же это значит? Винодельня поддерживает выставки, спектакли, презентации главных премьер страны. Ну, а партнерами проекта уже стали такие театры, как МХАТ имени Чехова, Театр Пушкина, Театр Моссовета, Театр на Таганке и, конечно, многие музеи страны. Ну и, конечно, в рамках этого проекта в фирменных магазинах «Золотая балка» действует специальная акция, которая позволяет при покупке вин из ассортимента магазина получать бесплатные билеты в театры, музеи и в другие культурные объекты Москвы. Более того, если вы являетесь сомелье, в вашей винной карте есть вина «Золотой балки», «Балаклавы» либо «Лока Чимбале», то ваш менеджер из нашей компании Simple с удовольствием внесет вас в список и добавит специальный закрытый чат, где вы будете получать информацию, бесплатный проход на культурные ивенты нашего города. Что ж, дорогие друзья, это был рассказ о виноделии Крыма, но я бы даже сказал, наверное, о виноделии Крыма в меньшей степени. Больше мы, конечно, сегодня говорили про зону Севастополь и Балаклавскую долину. И на примере двух виноделин, игристые вина Балаклава, Кюве Витмер, а также тихие вина от винодельни Лока Чимбале, мы рассмотрели эту зону и кое-что о ней узнали. Но я уверен, что виноделие Крыма, как я говорил ранее, она настолько разнообразна, что на тему Крыма выйдет еще не одно видео на нашем канале. Ну а если у вас есть какие-то более конкретные, предметные вопросы, что вы хотели узнать, пишите в комментариях, задавайте вопросы. По традиции подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Евгений Богданов, это канал Российский сад Сомелье. До новой встречи совсем скоро.